с диабетом-то какое развитие? Да нет, там уже болезнь голова не варит. Зинаида Ивановна пальцем крутит не только у виска. Им же она пытается осваивать и современную технику. Компьютеры, признается женщина, для нее темный лес. Но нынче многие профессии связаны с работой у клавиатуры. Пока результат не впечатляет, но женщина не расстраивается. Для молодежи это, конечно, нужно обязательно, чтобы быстрота была у них. Но они же вот в компьютере, с компьютером работают, у них внимание больше. А у меня даже компьютера дома нет, так что я и... Технику Зинаида осваивает на форуме «Третий возраст». Пожилым людям здесь показывают и рассказывают, как в современном мире можно реализовать себя. Центр занятости предлагает десятки вакансий. Пожилые соискатели чаще хотят быть охранниками, поварами или консьержами, но порой не проще окунуться и в омут предпринимательства. Они в себе чувствуют силы, возможности, здоровье, поэтому вопросы подработки стоят очень часто. Спрашивают гибкий график работы, им интересна сменность какая-то, сокращенный рабочий день, чтобы успевать свои семейные дела с внуками там общаться, то есть с семьей. Чтобы и на пенсии быть во всеоружии, необходимо отменное здоровье. Здесь же желающим предлагают комплексное обследование, в том числе и экзотическим для пенсионеров мануальным способом. В то, что можно проверить состояние селезенки и гипофиза без спецаппаратуры, верят далеко не все. Но на бесплатный сеанс все равно идут с охотой. Немножко с правой стороны притормаживает правая сторона. Там ядра гипофиза, вот с правой стороны это все притормаживает. То есть это надо лечить. Щитовидная железа. Тоже правая доля притормаживает. Здоровый образ жизни – одна из главных тем для обсуждения. Пожилые люди дают друг другу советы и даже спорят. У каждого на этот счет свое мнение. Согнутый локоть. Ну, выставлен по прямой, да. По прямой. Вот согнутый локоть. Да. А вот эта палочка надо опускать ниже. Нет, она у меня выставлена для определенных мышц. После обследования, конференции и даже безрезультатного поиска работы пенсионеры все равно уходят домой чуть помолодевшими и довольными, поскольку форум дал им прежде всего радость общения. Дмитрий Сгагин и Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.